Что интересно, вот оно так прямо такими слоями. Вот одна полоса, раз материал один, желтый какой-то, и раз здесь такой уже белый такой материал пошел, белый, тут переходит в черный камень. И так все это как будто оно, ну, спаяно вместе, спаялось каким-то образом. Вот. Четко такая граница разделения материала. И вот этот вымывается больше водой, вымыло здесь такие вот шхеры, а белое так это держится покрепче, но тоже такое, как будто с песчаниками, можно на нем чертить металлом. Многие тут понаписывали свои имена, увековечить хотели. Здесь очень много такого, что нацарапали. Здесь был тот-то, тот-то в таком-то году. И очень даже давно, видно, некоторые были. 70-е годы здесь были. Вот такой вот пейзаж. Вот. Но здесь любят это походить эти нудисты. Это, здесь такое вот место, где они могут сюда спокойно зайти и здесь погреться хорошо на солнышке. А вот где-то здесь кто-то воткнул трубу в надежде на то, что это будут такие солнечные часы. И все-таки они показывают какое-то время. Попытаемся уточнить, что за время. Вот. Вот такие шхеры здесь. Ну, видишь, ты нудиста видела? Но там такой член лежит. Да? Не горюй? Да. Ну, вот он нудит, он его положил так, чтобы все видели. Мы его потом приблизим и будем рассматривать. Да? Шутка, ну, конечно, вот это для нас не совсем, так скажем, приемлемо, что ходим. А здесь нудят, 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 а мы ходим, ходим, а они нудят, нудят, нудят. Тут не зайдешь в воду. Тут вот трудно зайти в воду. Ну, сейчас попытаемся. Нет.